Зло с добрым названием «Веселящий газ» снова в поле зрения ивановских оперативников. В каких еще развлекательных заведениях можно приобрести дурманящую закись азота, выявил рейд наркополиции в минувшие выходные. В двух ночных клубах веселящим газом продолжали торговать, вопреки всем запретам и губительному воздействию на здоровье покупателя. Всего сотрудники управления изъяли 3 баллона, из которых впоследствии надули бы так называемые «шарики счастья». По данным фактам решаются вопросы направления материалов в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.